Ну что, друзья, продолжаем. Теперь у нас вот такая вот система, да? На чем мы закончили, я, конечно, забыл. Так, перейдем в папочку Content Map, да? Defaults. Загрузим, так, чтобы не забыть. Level выбираем. Так, наш меню. Как видите, здесь ни ландшафта, ничего нету, да? Соответственно, давайте создадим небольшой ландшафтик. Я сказал, небольшой ландшафтик. Так, даже это большой. Угу. И... Хватит? Да, я думаю, хватит. Так. Create. Мы его сделали. Теперь давайте на него закинем Player Start. Это наш персонаж будет, так скажем, который будет находиться в меню. И, кстати, мы в превью тоже забыли закинуть персонажа. Вот видите, да? Наш этот. Давайте кинем сюда. Так. А, ну, да. Так. Окей. Это мы удаляем. И это мы просто опустим. Так, солнышко у нас типа находится здесь. Так, это у нас типа персонаж, который смотрит вот прямо на эту штуковину. Так, слишком далеко, да? Мы, конечно, можем... Давайте запустим, проверим, кстати, что, как у нас. Ну да, мы летаем, потому что у нас еще кое-что нету. Но картинки сменяются и менюшка загружается. Отлично. Я, правда, здесь летать могу. Зачем? И управлять не могу. Теперь. Менюшка-то у нас показывается. Давайте создадим такую штуковину, как... Так, new map, меню. Закинем в превью, допустим. Нет, давайте не создадим новую папочку для карты map 02. В смысле, для карты меню. Для карты map, да. 02 меню. Создадим здесь. Blueprint класс как... Player Controller. Пропишем его, как назовем, как давайте, меню. Меню контроллер. Далее. Также создадим новый класс как Pawn. Ну, вот можно здесь нажать. Назовем его меню Pawn. Также давайте создадим game mode. Game mode.
Назовем его меню Game Mode. Вот это все основные части для того, чтобы наш персонаж передвигаться не мог. Вот как я сейчас делаю, в принципе, да. Стоял на месте и, допустим, смотрел на указанное ему место. Так, зайдем сюда. И мы должны прописать не здесь. Зачем я в меню контроллер зашел? Так, в game меню меняем. Видите, player controller класс. Мы указываем меню контроллер класс. И default pawn класс мы указываем меню pawn. Все, меняем вот эти два значения. Сохраняем. Теперь нам надо в основных настройках прописать данную загрузку, чтобы наш гейм-мод так, my game mode мы меняем на меню game mode. По сути, все. Закрываем. Проверим. Я двигаться не могу. И что-то слишком высоко стоит. Ну ладно. Так, в чем проблема? Мне не дает мышкой управлять. Так, давайте закроем. Так, по сути, все. Мы сюда больше залезать, может, наверное, не будем. Так, map меню. Map меню. Так, plan preview. У нас все отлично. Для того, чтобы красиво отображался, надо увеличить вот эту картиночку. Вот так. И подлиннее. Ну-ка, проверим. Ну, типа того. Теперь передвинем сюда. Ну, как минимум, вот так вот. Можно прикольнуться и сделать. Так. Окей. По сути, можно на данной карте еще и удалить. А, мы, кстати, не можем удалить. Вот когда делаем мультистриминг, я не могу удалить, допустим, скайсферу и так далее. А так бы, если я ее удалил, было бы черный экран сзади, и можно было бы поприкалываться, что-то сделать, да? В данном случае проблема будет. Потому что если я удалю основную часть, так скажем, да, то на каждой карте мне придется создавать солнышко, скайсферу, скай это и так далее, короче. Все подряд. Здесь мы просто какую-нибудь текстуру накинем на основание. И все, скорее всего. А, ну, в принципе, даже можно так сделать, смотрите. Делаем кубик. Наш крутой кубик и тыркаем его. Так, почему он здесь взялся? Сюда, сюда и просто фигачим на задний фон, хотя солнышко будет освещать его, это будет проблемно. Так, теперь делаем большую.
Хотя. Приподняли, поставили. Во, уже какая-то это фишечка. Здесь чисто, конечно, это можно много что понапридумывать и так далее, да? Ну ладно, пойдет. Чуть-чуть еще, правда, сместить надо. Что-то он не по центру. Вот как-нибудь так. Будет намного круче. И вот 5 миллисекунд, короче. Ой, у нас, кстати, прогрузилось. Во. Все, я могу вам показать наше меню, которое мы быстренько состряпали. Это New Game, Load Game. Загружаем Load Game. Ну, тут, соответственно, будет наш это виджет показываться. Setting. Тут наши настроечки для игры, которые мы тоже позже запилим. About. Здесь можно просто, не знаю, пользовательское соглашение о разработчике и так далее, да? То есть, ну, такое что-то запихнуть. Сюда можно будет на задний фон какую-то картинку сделать, еще что-то. В принципе, приемлемое, красивое. Я постараюсь это просто уже вам показать и все. То есть мы создавать не будем. Так, и заглючил почему-то. Сейчас еще раз быстренько запустим. Так. А, все, какая-то проблема с постоянно загрузкой виджета. Я где-то, видимо, косякнул. Сейчас посмотрим, я исправлю. New Game. Соответственно, он у нас грузить что? Не будет. Так, инвалид URL, потому что что? У нас неправильное имя карты. Так, а где у нас... Какая... Я же предыдущее наименование прописывал. Так, меню. Меню. И я здесь прописал... New Game. Новая игра. Я здесь правильно ничего не прописывал. Соответственно, он у нас ничего не будет грузить. Для того, чтобы это все, в принципе, загрузить, нам здесь надо прописать дальнейшие действия. В общем, чё. Create new game, да? А, фу ты. Я же ее в отдельное записал. Загрузка уровня, вот она. Вот она, open level. Неправильно мы тут прописали. Давайте open level вообще выберем, потому что у нас мультистриминг теперь. Так, давайте get game instance выставим. Берем отсюда Custom Game Instance меню. Пока delay остается, там уже посмотрим, что будем кидать или не будем кидать. Теперь. Кидаем наш name load level в виде сета. Так, в чем проблема?
setName. Вот так лучше прописать. Так, и здесь мы прописываем наше основное загружаемое, так скажем, карту. Это мы прописали map game. Копируем. А по сути, сюда мы будем прописывать. Так, что-то я потерялся. А сюда мы, по сути, должны прописывать наименование прям здесь. То, что у нас будет в сохранениях. Но когда мы будем сохранение делать, соответственно, уже и будем сюда прописывать. Так, давайте это тыкнем. Так, загрузка уровня. Чуть-чуть увеличим. Так, теперь прописываем нашу штуковину, которую мы создали. Я все позакрывал. Но это та вещь, которую мы постоянно путали. Level load stream. Вот она. То есть не путайте с той штукой, которая level stream, low, это level и так далее. Я же сказал, которую надо переименовать будет, но сам не переименовал. Плачевно. Так, пишем get stream level, get streaming level. И давайте пропишем нашу карту на map loading. Давайте проверим имя. Ставим, все правильно написано, все отлично. Так, ну по сути прописыванием карты у нас все отлично. Давайте сейчас зайдем на карту map loading. А, нет, сначала на map меню. Сделаем текстуру нашего. Ой, переборщил. Так, трешечка увеличим. Как будто бы здесь горки, не знаю. Можно, по сути, вот здесь маленькую карту замутить, в которой мы будем, в принципе, сидеть, менюшку отображать. То есть, вот если персонаж здесь стоит, мы вот так вот увидим все. Почему бы и нет, да? Проверим. Так, это у нас... О! А, все, понял я. Понял. Так как я изменил карту основную. Давайте передвинем на карте превьюв. Ну ладно, в принципе норм. Так, карта map. И опять мышка у нас не работает. Да что такое? Все же нормально работало. Так, давайте зайдем на карту map loading. И здесь будем прописывать то действие, которое у нас, по сути, будет загружать саму карту. Здесь мы прописали. Так, где она? Game instance мы прописали
наименование карты. То есть, ну, как бы понятно, да? Мы здесь записали наше наименование, а здесь мы его будем прогружать. Так, для того, чтобы все это начать, мы должны создать custom event, который мы вроде бы назвали loading, да? Сейчас проверим. Так, map меню зайдем, посмотрим. Вот loading, да, копируем. Так, здесь галочку не забыть. Ага, вот. Вот я уже ошибся и, короче, это бы не сработало. Теперь создаем наш виджет, который мы создавали. Он у нас назывался VDG Loading. Так, это мы удаляем, чтобы не мешалось. Сейчас создаем AddToViewPort. Так, далее прописываем load. Так, load stream level. Наше наименование карты, то есть что мы там прогрузили. Мы прогрузили, сейчас мы должны вытащить ту переменную, которую мы прописали, имя карты. Так, getGameInstance, мы в инстансе это прописали, и теперь делаем cast toGameInstance меню. Вытаскиваем здесь target. Ну ладно. Вытаскиваем getNameLoad и толкаем сюда. Далее, в принципе, мы должны уже удалить после загрузки нашего основного уровня мы должны удалить виджет. Который мы отобразили в виде, получается, нашей загрузки. Теперь мы должны выгрузить нашу карту меню. Это unload stream level. Здесь мы прописываем map меню. И выполняем наш это. Как говорится, основной event можем выполнить, можем не выполнять, это в принципе не важно. Так, что ругаешься? Ой, правильно. Я же не пропихнул каст. Если я не пропихнул каст, надо конверту это. Как я там?
Convert to Impure Cast. Вот он. Компиль. Все отлично, проходит. Совсем забыл. Теперь, по сути, все. Сейчас, почему управление мышкой у нас нету в самом меню? Почему проблема? Так. Map меню. Правильно. Давайте здесь пропишем ту же самую ерунду, которую мы в game instance прописывали. Ну, можно просто скопировать сейчас. Видите, шоу меню. А, кстати. Давайте попробуем запихнуть шоу-меню прямо сюда. Чтобы не париться, но нет. Может быть проблема. Так, ну давайте попробуем. Get game instance вытаскиваем. Ага. Как я и сказал, давайте cast pure и вытащим отсюда show меню. Delete. Пока я предварительно это делаю для проверки. Так, чё, правильно. Все правильно. Попробуем так, что ли, прописать. Так, а как он у нас там называется? Копирую. Попробуем. И у нас не удается. Говорит, нет connection. Ну ладно. Значит, с этим париться не будем, просто отсюда скопируем show mouse cursor и так, контроллер. Копи. Так, и ставим. Это немножечко подвинем. Контроллер прописал. Еще раз проверяем. Так, все. Да. Как минимум работает. Передвигаться я не могу. Ага. А, вот что-то с проблема с сеттингом какая-то.
Сейчас мы там посмотрим. Сейчас все надо проверить. По несколько раз, если протыкивается, все отлично, значит. Ну, вот 3 раза проходит, отлично. Проблема какая-то с сеттинг. About у нас прошел несколько раз. Ну, все отлично. Quit у нас полностью выйдет. Shop. Здесь у нас типа, я не знаю, магазинчик со скинами и еще что-нибудь, да? Кстати, я вам покажу, как это. Просто я там scroll-бар поставил и запихнул вот сюда картинки. За место картинок можно будет делать какие-то, допустим, другие вещи там с текстом. Внизу еще там можно текст прописать и так далее. Так, все работает. New Game, проверим. У нас не грузится Loads. Loads не грузится. Так, контроллер. Где ты материшься? Player controller, player index 0. Я предполагаю map меню, да? Давайте вот этот. Как говорится, индекс 0. А если pawn мы толкнем, что будет? Player 0. Сейчас проверим. Я вроде в пауна, да? Да. Сейчас от него грузимся. Так, ну, кстати, ошибок нету, это уже отлично. Значит, за место с player start, вот этот, мы удаляем. Просто пауна выставляем. Вот на его место. Все. Опс. И он слишком низко находится. Слишком высоко находится. Блин. Ему бы еще камеру добавить. И поворот. Так, 10%. Ну, в принципе, хватит. Чуть-чуть повыше. Вот так можно будет немножко запариться и очень красиво все сделать. Так. Сейчас зайдем в settings, попробуем посмотреть, что там проблема. И надо разобраться, почему у нас не грузится сама основная карта. Где у нас ругаются? Так, source control is disabled. Так, сохраним. Так, game instance. Загрузка виджета настроек. Get player controller. Settings меню. VGG settings. По сути, вроде бы все правильно.
Так, ну, на валидность, скорее всего, не надо проверять. Возможно, и в этом проблема. Давайте уберем. Сейчас потыкаем несколько раз. Да. Валидность здесь сыграла злобную проблему. Давайте разбираться, почему у нас... Блин, вот ругается у нас на Player Controller. Не то, что ругается, конечно, но, скорее всего, получается, дает ошибочку куда-то. Так, ожидается, что действительный контроллер игрока будет целым объектом. Player Controller. Все, я понял, это ругается на Павна. Окей, давайте за место Павна поставим персонажа, но это уже, в принципе, все то же самое, короче, но меняем в гейм-мод. Просто за место Павна ставим персонажа. Или создаем нового персонажа, просто за него тыкаем. Так. Этот у нас гейм-мод вообще пустой же, да? Так. Плеер-контроллер. Плеер-контроллер. Ну, возможно, кстати... Так. Меню-контроллер. Call defaults. Viewport. У нас все пусто, да? А данная проблема заключается в общем. А, о, может быть так пройдет. Сейчас посмотрим. Именно в меню Pawn надо было выставить. Возможно. Запускаем. Но я это чисто предупреждение, это не ошибка. Здесь сейчас будем рубить капусту. Так, предупреждений, кстати, нет. Уже, значит, все правильно. Вот здесь надо было выставить. Так, закрываемся нафиг, что нам не надо. Закрываем, мы это уже сделали. Меню. На кнопочке play мы выставляем create new game. Так. Возьмем, скопируем вот это и попробуем так запустить. Косячок, косячок.
проблемный. Так, отменяем вот это изменение пока. Давайте зайдем в map loading. Так, меню мы загружаем меню, показываем, даем мышку, выгружаем превью. Все отлично. Далее event мы load level load stream. Наш интерфейс. Соответственно, мы даем карту map loading. Далее. Даем управление на load loading и удаляем виджет меню. Все. Load loading. Все правильно, я его копировал. Открываем виджет лоудинга. И у нас вот здесь где-то какая-то проблема, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, это не проблема. Наша карта покрылась пылью. Эх, так, сообразить не могу. Remote event можешь все-таки добавить. Ну, давайте пропишем, как load game event. Копируем. Теперь зайдем на карту сюда. Наша основная карта. Я не знаю. Запустим custom. Точнее, создадим custom event и назовем его load game event. Теперь. Так. Сори. Сейчас, я кажется, я понял. Где мой косяк? Зайдем в карту. Так, map preview. Точнее, не так зайдем. Map preview, blueprint. Класс setting. Map default. Так.
Давайте попробуем прописать. А, кстати, здесь прописан, да, в меню? Превью только что прописалось. Так, и в ги тоже пропишем. Запустим. Я так понимаю, мы не передаем параметр. И почему-то опять не грузит. Может быть, где-то ошибка в имени. Так, давайте что-нибудь создадим. Какой-нибудь хат, main хат. Чтобы мы хотя бы видели, что он прогружает что-то. Так, слишком долго определение проблемы. Так, друзья, посидев пару минут, я понял, где проблема. Так, что... Сначала я покажу вам, конечно, проблему. Она находилась... Так, она находилась, получается, у нас в меню. Меню. Нет, не в меню. Я уже и то место потерял. Так, game instance. А, нет, вот он. Так, я, короче, все в instance перенес. То, что у нас было на кнопке меню, я вот здесь прописывал. Я решил все-таки все внутрь туда закинуть. Вот под этот, который у нас и был, event. Соответственно, все будет там. Теперь мне... Здесь я исправил, потому что я там писал get instance и так далее. Я здесь просто, так как этот get instance у нас уже имеется, данный, мы просто ставим set и прописываем нашу карту. Сюда мы будем уже прописывать из сохранения. Вытащим сюда сохранение и, соответственно, будем прописывать, где стоит персонаж, какая карта и так далее. А проблема заключалась вот в этом месте. У нас там было написано map loading. На самом деле мы уходим с карты меню. Соответственно, здесь должна быть прописана карта меню. Из-за этого у нас не грузилось. Так, загрузка уровня. Давайте delay пока удалим. В принципе, он нам уже больше не нужен. Загрузка уровня у нас так и остается. Из сохранения здесь место будет. Немножко сократим. Так, я также исправил. Здесь я уже вам показал. В самом меню на кнопочке пуск. Как говорится, New Game. Далее я на основной карте, которая у нас Map Game 01, записал Load Game Event, который мы создавали. И на него записал Main HUD. И отображать Main HUD, точнее, там, где у нас жизни отображается. Там и патроны будут отображаться и так далее. Ну, короче, все. А она бы у нас находилась в нашем персонаже. Вот оно. Отсюда, по сути, можно это все удалить. То есть мы установили на время и можем потом удалить. Вот, кстати, это время и пришло. Event begin play. С нашего персонажа мы вот эту часть удаляем. Она нам больше не нужна. Мы сюда что-нибудь другое поставим.
Так, и прошли изменения вот с этим местом map loading, где у нас загрузка уровня идет нашего. Вот мы его прописываем. Вот он загружается, наш уровень, который мы прописали. Далее мы должны выгрузить меню, потому что оно показывало до того, как мы удалили. Ну, то есть такое себе. Надо сразу, по сути, вот. Мы виджет создали, вот лоудинг, да? Можно даже, кстати, давайте отцепим. Отцепим его. Поставим это все вот сюда. То есть мы показали виджет, можем карту, меню удалить уже. Здесь delay я поставил для того, чтобы, так как карта маленькая, у нас грузится все быстро. И вот это 3 секунды нам, в принципе, подойдет. Далее мы удаляем меню, виджет. Так, что здесь произошло? А, нет, мы удаляем виджет лоудинга и, соответственно, выполняем тот event, который мы вот в самой карте создали. Вот он, load game event. Вот он. То есть мы отображаем и разгружаем наш уровень загрузки. Принципе, сохраняемся. И проверяем. Все, карта. Вот справа вы можете смотреть, видите, вот то, что глазик от... У нас меню загружено сейчас. То есть меню и основная карта. Давайте запуская New Game. У нас показывает загрузка. И 3 секунды прошло, и мы загрузились. В данном случае у нас персонаж находится типа под землей. Но когда у нас будет формироваться сохранение, мы уже будем показывать, где нам спавнится персонаж. На этом все, друзья. До скорой встречи. С меню у нас закончено. Я сам поработаю над внешним видом. И, по сути, больше ничего не будет. Может быть, что-то исправление будет, но я уже сообщу вам.